В рамках профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на площади имени Ленина открылась выставка сельскохозяйственной техники, где было представлено множество образцов современной техники отечественного и зарубежного производства. Многочисленные сельхозпредприятия представили свою продукцию на областной сельскохозяйственной мини-ярмарке. Одновременно с этим открылась выставка продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В завершении празднования состоялась церемония награждения государственными и областными наградами лучших представителей отрасли.